Расскажи, дорогой, где мы находимся? Мы находимся в доме телевидения и скоро начнем репетицию. Видишь, внутри, короче, стоит... Пойдемте, ребят, потихонечку. Потерял мысль. Записывает? А я должен снимать, что ли? Да. А, ну как бы... Хлопцы! Погнали. Блин, слышь, смычок запутался. Соло Дениса. Või tegelikult teel kuskil seal ka. Nii et ja kroch bu slushat muziku, ja ne budu ka vähem aega. Ja otkazuvas. Ну как, Сань, тебе понравилась песня? Огонь!